Привет, мы сборная Пятигорска. Я подтверждаю. Очень здорово здесь находиться, спасибо большое. Надеюсь, что мы вас порадовали не меньше, чем вы нас, потому что вы нас очень сильно порадовали. Теперь вы к нам. Да. Выбирайтесь, будем очень рады. Буратино! Из попутных завитушек, стружек и колечек, мне опорою под старостью и на радость вам. Скоро-скоро деревянный вы не человечек, будет с неба. Ты что, мясо другая, что ли, а? В доме жрать нечего. Буратино, ты что там опять людей? Мне неприятно, мы не тут поступаем. Врачи. И бревна маленькие выбирай. А ты вообще заткнись. Я шкаф делал. Не знаю, что должен. Иди в детскую. Папа, ты пойми, что из деревяшки не получится человечка. Это дерево, и оно не сможет ожить. Нет, 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 Буратино, это не просто дерево, это... Да это просто бревно. Сам ты просто бревно. Мама, папа, опять с ума сошел. Скотина, всю жизнь не спадали. Еще всем соседям врет, что он их из бревна делает. Снова, ты не шкаранишь, мам. Тетя, я вспомнил. Мы же сказочно богаты. У нас есть 200 баксов. И где они? Они находятся у одного очень надежного человека, который нам их обязательно отдаст, когда мы сделаем им в его квартире евроремонт. А как нам его найти? Ну, слушайте. Это там, где... Если заблудитесь, посмотрите, с какой стороны у вас растет мох. А у нас рек мало. Посмотрите на мою раковину. Этот известковый налет невозможно расколоть. Что я только не делала? Мы предложим вам суперновое средство. А посмотрите на мою микроволновую печь. Она постоянно жирная. Что я только не делала? Послушайте наше средство. А посмотрите на мою сковороду. Это жир невозможно расщепить. Что я только не делала? Вам поможет суперновое. А посмотрите на мои простыни. Они постоянно пахнут. Этот запах. Что я только не делала? Что? Вы просто свинья. А сейчас представьте себе, Россия – студия одного из музыкальных каналов. Здравствуйте, я Катя Тютюшкина. Вижу. Я из Крижовля. Если пой. Я хочу, чтобы мой клип показывали на вашем канале. Конечно, конечно, но для начала вам надо будет переспать с режиссером Быковым. Ты любовь моя, ты любовь моя. Да, и с оператором Сидоровым тоже. Нет, со всей съемочной группой. С визажистами тоже надо, да. Чтобы канал не переключали. Я еще такой. Знаете, вы не сможете заниматься музыкой. Почему? Вам будет некогда. Сейчас вашему вниманию предлагается сценка «Семья Маяковских». Слышь, мой сын, и жена моя, слышь, я принимаю позу диванообразную, так что кыш. Я к обращению такому не привыкший. Ты сам, папа, кыш. Слышь, сам, кыш. Коси, Василий, за собой свет. Мой за собой посуду. Ленин, царя Николая, сверх. И я с тобой церемониться не буду. Балбесы купить?
лица. Вот сына черты. Новый Гуский. Понял ты? Чувств своих скрывать не стану я. Крепким словцом не брезгуя. Если я сволочь пьяная, то ты же на сволочь трезвая. Каплан стреляла в Ильича. Умерли оба, ничья. Кто случится в дверь ко мне с толстым пузом на ремне? Это он, это я. Я достаю из широких штанин, француз достает из узких. Смотри, женатовский гражданин, не провоцируй русских. На torontovka.com народ со скукой не знаком. Спасибо, Торонто. Удачи. Отличные люди.